Добрый день! С вами Хэмилтон, и если вы смотрите этот ролик, то вы наверняка испытываете сложность с выбиванием достижения «Самый долгий полет» в игре Mad Max. Да, я тоже испытывал проблемы с этой ачивкой, однако я нашел идеальный способ ее выбить, при этом затратив не так уж и много времени и особо не прокачивая ваш автомобиль. Тем не менее, сразу предупрежу, что локация, где находится необходимый для достижения обрыв, открывается только в третьем акте игры, поэтому если вы еще не дошли до этого места, вернитесь к этому видео попозже. А чем же этот способ отличается от других трех? Спросят меня люди, которые уже натыкались на несколько способов получения этого достижения и, скажем так, обломавшихся с его получением. Ответ будет очень прост. Этот способ работает с первой попытки, и вам больше не придется никогда думать об этом достижении. Короче, это как топор в качестве средства от головной боли. Быстро и эффективно. Итак, нужная нам локация на русском языке называется «Вой ветров», и находится она на территории Красногласки. Необходимое нам место находится в нижнем левом углу этой локации. И скорее всего, при первом посещении у вас здесь будет место для сбора лома. Поэтому перед самим прыжком лучше облутать лагерь рядом. Собственно, нам необходимо спрыгнуть со скалы, которая находится на западе, а дороги и ведет в великое ничто. Важно отметить, что скорее всего получить это достижение можно при любой конфигурации вашей тачки. Будь она хоть рассчитанная на силовую борьбу на дороге, хоть на быстроту и управляемость. Но если вы не уверены в конфигурации своего транспортного средства, можете выставить все как у меня. Во-первых, важно, чтобы у машины не было таранной решетки и брони, так как они добавляют машине веса и занижают показатель мощности и управляемости. Во-вторых, вам не обязательно иметь максимальный шестицилиндровый или хотя бы какой-то восьмицилиндровый движок. Третьего и четвертого хватит с головой, как и третьей выхлопной трубы, четвертых шин и четвертой подвески. Нитро особой роли тоже не играет, поэтому на первой или второй его конфигурации у вас наверняка все получится. Собственно, перейдем к прыжку. Как я и сказал, наша цель – это обрыв на западе от дороги. Поэтому не особо важно, откуда вы прыгнете. Однако, если хотите, можете ориентироваться на вот эту вот каменную площадку. Ну а дальше дело техники. Набираем скорость, ближе к самой каменной площадке врубаем нитро, при этом вас наверняка отбросит как при столкновении, и вы скорее всего также полетите вниз. Продолжительности полета с лихвой хватит на выполнение достижения, и при этом вы останетесь целы. После этого можно смело переместиться в любую желаемую локацию и продолжить играть, забыв об этом достижении как о страшном сне. Надеюсь, я помог вам с этим достижением. Если это так, то поддержите ролик лайком и подписывайтесь на мой основной канал, где я делаю обзоры различных игр. Спасибо за просмотр, с вами был Хэмилтон, и да благословит Боже достижение.